Здравствуйте, уважаемые зрители. Очередная серия ручек, которые пришли ко мне. Они пришли, правда, давно, но вот дошли руки сделать вам обзор и показать. Одна из ручек — это Hero. Пришла она вот в такой вот упаковке. Очень интересная ручка. Мне посоветовал ее продавец, с которым мы уже давно общаемся на эту тему. Скорее всего, что это достаточно такая ручка для школьников, наверное. Потому что здесь такой дешевый, ну не то что дешевый, просто пластик. И такое совершенно обычное перо. Как раз для школьников, для студентов, наверное, чтобы, если что-то сломалось, было бы не жалко. Но достаточно оригинально, потому что, не знаю, мне нравится. Здесь есть окошечко для контроля чернил. Здесь надпись Hero прямо на ручке написана. Она написана и на пере. Ну, по общим характеристикам, это модель 359 Hero. Она с пером 0,5 мм перо у нее. Перо стальное, без изворотов, но достаточно симпатичное. Вот. И упаковочка сама, и вот, собственно, сам контейнер, в который она была упакована. Ну, давайте посмотрим ее состав, из чего она состоит. Собственно, колпачок. Это штучка, закрывающая контейнер для набора чернил. Ну и сам, собственно, контейнер, который позволяет, кстати, так же во всех, как и во всех Hero, вставлять сюда просто такой вот одноразовый контейнер и писать с помощью него. Ну, есть и такой контейнер. Сейчас мы ее заправим, посмотрим, как она пишет. Здесь, кстати, тоже написано Hero. Вот, я думаю, что вы подробно рассмотрите чуть попозже или пораньше это все дело. А мы попробуем ее заправить. Для этого берем наши знаменитые тряпочки. Берем фиолетовые чернила, раз это школьная ручка. И попытаемся ее заправить. Ну, я сейчас стал заправлять несколько другим способом. Это просто я беру шприц. Вот так, по-моему, ну, более аккуратнее. Ну, ладно, для вас будем заправлять по правилам. Как и говорится в руководстве по эксплуатации этой ручки, лучше заправлять так, от этого смачивается и перо. По инструкции лучше всего заправлять, конечно, макая перо и вот эту часть всю в чернила, чтобы там все как следует пропиталась чернилами, чтобы она хорошо, собственно, писала. Вот, немножко, я думаю, что лишнего заправил сейчас. Вот. У, вот и клякса. Узнаю студенческую ручку. Ладно. Чернила закрываем. На всякий случай. Как обычно это бывает, они падают в самый неожиданный момент. Вот, ну кляксу мы уже посадили. Немножко протрем ручку, собственно, чтобы можно было писать. Закрываем колпачок. Вот видно здесь, как можно ее контролировать, чернила. И попробуем что-нибудь написать. Итак, клякса здесь. Ручка — это Hero 359 модель. Ну что скажу, перо очень тоненькое, действительно, 0,5. Оно достаточно мягкое. Мне нравится. Такое можно не прилагать вообще усилий, вот делать совершенно тонкие волосковые надписи. Попробую что-нибудь написать эпическое. Ну, например.
Ну, собственно, хорошее перо. Несколько, ну, такое, конечно, еще не обработанная бумага. Вот я думаю, что если какое-то время им пописать, оно оботрется немножко. Немножко уйдут все, наверное, заусенцы и все прочее. И оно будет писать совершенно нормально. Вот так, прекрасно пишет. Вот, очень мягкая и такая достаточно симпатичная сама по себе ручка. Ручка совершенно, ну, с одной стороны обычная, с другой стороны несколько такая, ну, оригинальная. Не все же золотом отделанные там штуки. А вот достаточно современная модель. Я думаю, что это вполне подходит школьникам, вполне подходит студентам. Поэтому вот рекомендую. Магазин будет внизу по ссылочке. Если что-то заинтересовало, заказывайте. Потому что ручка неплохая. Я думаю, вообще вся вот эта серия Hero, достаточно неплохие ручки, они уже давно зарекомендовали себя как раз на таком рынке. Ну, а на этом все по этой ручке. Поэтому до свидания. До новых встреч.